Всем привет, у нас сегодня Хардстоун и потасовка под названием «Выбери руку любую». Она похожа на прошлую вроде, да, потасовку, когда там тоже были порталы, только в этот раз нам нужно добавить 7 карт, и только после этого пойдут нестабильные порталы. Как я понял, сначала как раз таки пойдут 7 вот этих первых карт, а уже потом после них портал. Да? Ну да, смотря одни наши карты пришли. Я не знал, что брать, взял такие самые дешевые, более-менее полезные карты. Сейчас поставим туннельных трогов, хоть что-то будет. Так, по чуть отбиться есть. Я, кстати, тоже думаю, может мага взять. Ух ты, элементальчик, да? Ну, я думаю, он... А, не смотри, у нас порталы уже идут. Ну, я чуть-чуть не так думал, что это будет работать. Я думал, сначала все-таки 7 карт придут, а уже потом портал. Ну, тут, видимо, вот так. Все вместе. Так, надо этого пацана, на самом деле, убивать, а то он все брони наберет. Ага. Так, давай тоже портальчик посмотрим. Ну, конечно, не классно, но пока пойдет. В принципе, у нас стол есть чем откинуться. Еще портальчик есть покрутить, посмотреть, что там. Живем, в общем. Кстати, реально неплохо так с порталами. Но я не думаю, что у него там их прям много. Не повезло ему, конечно, с ним. Хотя его, по идее, надо бы убрать. Давай мы вот так, наверное, сделаем. Как раз я этих туннельных трогов чуть прокачаю. Чё это? Божественное ощущение? Ага. Хлам. Пришел. Нам, в принципе, хил-то не нужен. Хотя я тут и небольшой так-то хил. Ну, пусть будет, ладно. Так, на следующий ход у нас 3 маны. В принципе, на портал хватит. Может быть, даже какое-нибудь существо поставим, если оно за 1 или за 0 маны будет. Пока у нас все, в принципе, неплохо. Ага, вот это уже интересно. Так. Ладно, я вот так, наверное, сделаю. Я думал, вот эту хрень кинуть. Пусть сам, наверное, меняется. Да, я думаю, пускай сам. Так, если он в 4-4 ударится, хотя он навряд ли, мне кажется, сейчас так будет делать, я кину туда портальчик. Как раз... дракончика поставлю. А, не смотри, все-таки так решил. Ну, в принципе, картишку мы набрать, почему нет. Так, петроглиф. Или петроглиф. Да, все-таки кинем мы портал. Как раз дракончика поставлю. И по лицу погнали. В принципе, все у нас довольно неплохо идет, хорошо. Хотя, конечно, у нас карт в руке не особо много, но сейчас еще портал придет, мы 2 портала крутанем. У него, конечно, побольше чуть-чуть, но что поделать. Хотя у нас же еще карта отсюда будет. В принципе, нормально. Может быть, даже какой-нибудь полезный дракончик придет. Приморозил. Ну, печально, что я могу сказать. Печально. Во ему хламьё, конечно, приходит. Хотя, может быть, там у него какая-нибудь здоровая карта сидит. Хрен его знает. Так, а вот и у нас хлам пошел. Да уж. Ну пофиг, будем бить в лицо. Сейчас мои отмерзнутые нормально будет.
Интересно, он волну огня брал, не? Мне кажется, навряд ли, хотя все может быть. Опять свою броню. Ну не, ему совсем не везет, у него реально хрень. Ну, на 5-5 прокачал, в принципе, нормально. Так, здорово. Я буду тупо в лицо давить, наверное. Ну-ка. Не хватило чуть, ну ладно. СПД тотем бы выпал, мы бы его убили. В любом случае, я не думаю, что у него будет хил или таунт. Ну, хотя, если даже таунт, то... А, вот, кстати, да. Про этого парня-то я забыл. Возможно, стоило его убить. Так, портальчик, да? Так. В принципе... Ну, можно, конечно, так сделать. Хотя, погоди, стой. Чё-то я, по-моему, опять слишком много думаю, когда у нас тут летал. Ну, плюс еще и СПД тотем. Я просто вот этот парень смутил, я думаю, 9-9 неплохо. А у нас, оказывается, летал. Но он же этого не убил 1-5. Не хватило у него на столе карт, к сожалению, для него. Так, откроем бустер. Что у нас тут? Ну-ка, давай. Давай нам 500 миллионов легендарок. Нет, это, как всегда, 40 пыль. Даже нету... Какой-нибудь обычный золотой. В общем, спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. И всем до встречи, всем пока.